Быстрее, раздевайся. Ты что, бежал сюда? Да. Так что давай, раздевайся. Мне надо на работу, и я начинаю бояться, что ты сексоголик. Я читал о таком в одной книге, «Бархатная ярость». Это правда. Мы молодые, так что не говори, что секс это плохо. Я просто предлагаю тебе заняться чем-то нормальным. Хоть раз, помимо секса. Например, позавтракать или разгадать кроссворд, ну или чем еще занимаются парочки. Понимаешь? Парочки?